Добрый день, с вами магазин Юный Папа, и сегодня мы тестируем время полета квадрокоптера Sima X8SW. Квадрокоптер мы не устанавливали камеру, без камеры померяем, и аккумулятор полностью заряженный, так что будем просто, он будет висеть в воздухе, и мы будем смотреть, сколько времени он провисит. Да, здесь у нас таймер. И старт. Повыше, да, можно. Thank you.
Серёг, там пониже немножко. Там небо, облака не видно. В данный момент немножко ветрено у нас здесь, поэтому им постоянно надо потоки воздуха нереальные просто. Надо бы еще по-хорошему его тренировать. Уже 9 минут. Давай. Хорошо. Thank you.
очень ветрено у нас сегодня на улице. Это он сам так ветрит. От воздуха потока. Одиннадцать минут. Вот уже скоро, скоро начинать должен разряжаться. Это заявка. Да. О. Да, вот начали светодиоды моргать. Это означает, что очень низко разрядился аккумулятор. Его уже по-хорошему надо сажать. Все, сажай его. Может еще несколько секунд так пролетать. Но индикация есть, что заряд на аккумуляторе минимальный. И вот этот вот первый сигнал для посадки. Не самое лучшее приземление. Вот так, 11. Наш эксперимент окончен, друзья. Так. Значит, квадрокоптер Сима X8SW пролетал у нас 11,5 минут, ну, полных 11 минут. Значит, аккумулятор был штатный, камеры не было, трансляции не было. Если сюда мы поставим камеру и трансляцию, немножко время полета уменьшится. Уменьшится также, если вы сюда поставите свою как-то экшн-камеру, ну, какой-то подвес сделаете, тогда тоже это время полета уменьшится. Чтобы увеличить время игры, можно покупать дополнительный аккумулятор. Так. Меняется он не сложно. Вот такой вот аккумулятор. 7,4 вольт, 2000 миллиампер. Сразу же можно сказать, что больше емкости сюда аккумулятор не влезет. Ну, либо может, если китайцы придумают, влезть удлиненный. Но лучше использовать оригинальные вот такие вот аккумуляторы. На этом все. С вами были команды Юного Папа. И что, звоните.